سبحان الله حكم داي ناتش من ماتش تاع الشيخ اسعد مني بابريسيا الدرس ديالك يجيس لك راني نظام اتشم مول الدرس سبحان الله تو ايات كتب لك تو القران دابا تي بفتحني ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم الله جس يا راسكجو استوريا شتو ايات اياتي سبب النزول باش مو الله لي سباس لي ايات وبروك محمد صلى الله عليه وسلم دين مولى دين في شراب ونصلو جيل بروك يا دناش دي بريشول بروك سبحان الله زموتشني خدوي بلي بروك محمد صلى الله عليه وسلم سكزال لي مو او ثوبان او مريض انت يا ثوبان تباليش سكزال نيتي رسول الله مي بلي نو ثوبان بريجيفايت نغير ناتوجي اتشيبو بي بريجيفايت Тарбан сказал пророку, я Расул Аллах, когда мои очи, мои глаза скучают по тебе, я приду, смотрю на тебя и наслаждаюсь взором на тебе. Ну, судний день, вот он, понимаете, вот у этого человека душа сломана, да, он был вчера, как издевались над него, да, на день у этого. И Альхамда в конце концов попался в руках пророка. Говорит, я Расул Аллах, судний день в раю, ты будешь с Адам, Нух, Худ, Сулейман, с пророками. А я кто? Мне лучше частный рай даже. Сейчас я тебя вижу. В раю рай, разве я смогу тебя увидеть? И Аллах Субханаху Та'ала нас послал эти аяты. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ то повинуется Аллаху Субханаху Та'ала и его пророка, он будет собран судний день с пророками, с саддиками, с шахидами, وحسن أولئك رفيقا إي سبرادني إي إتا نيلوتشي دوزيا راكيني نيلوتشي سبوتنيكي الله الله أنس بن مالك سلوك بالروكا صلى الله عليه وسلم توجد وأن زنتي شتو قال أنس بن مالك قال نيكاكدا نيبلا ديال ناس فاتفيشنيكا في آياتي كاتوري بلا برخلادا ديال ناس كل شيء كاك إذا تأيت شتو مي ني أتخدم أتا بالروكا صلى الله عليه وسلم سبتين Братья мои, не может быть, кто видел пророка Сасана и уверовал в нем, не может не полюбить его. Не может быть, не может быть. Однажды был такой сподвижник Рабиа Аллаху алейхи, Рабиа бин Асма. Он был еще юноша. И сами знаете, кто жил в Арабстане, арабы спят после обеда. Спят, ну, хайруля, да, хайруля. И субхана пришел этот сподвижник Рабиа во время хайруля, пришел к пророку Сасана и стучал перед пророком Сасана. Арабы, вот, любой элитный, деликатный, интеллигентный человек не ходит к кому-то другому в это время. Понимаете, да? Но у ребенка этикета нет. Этот Рабиа стучал двери у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, откроет ему двери. Аллах, Аллах. И наконец Рабиа увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Увидел его. Здесь Рабиа замолчал. Все, зачем ему? Больше ничего не надо. Увидел пророка и стал смотреть на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Без ничего. Здесь Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, задал ему вопрос. «Ма хаджатука, я Рабиа?» «Какой у тебя хаджат?» Представляете, пророк спрашивает, какой у тебя нужда? Это, братья мои, не я, не кто-то другой, это пророк. Значит, он даст. Рабиа долго думал, он сказал, «Дай подумать, я Расул Аллах, и ушел». Смотри, какой умный, да? Сначала ждал пророка, пока пророк его спрашивает, «Какой у тебя нужда? Что тебе надо?» Он сказал, тогда дай подумать, раз ты предлагаешь, и ушел. День, два, три, четыре дня пришел Рабиа, замученный к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Замученный. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел его, он сказал, «Сам ма хаджатука, я Рабиа?» Спроси, что тебе надо, о Рабиа? Он сказал, «Я, Расул Аллах, уриду сахбатака фи джанна». Я хочу быть твоим спутником в раю. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, спроси ну ребенку, что игрушка нужна, может, лошадь маленькая, может, ну что-нибудь зверь, ёлик маленький. Спроси о Рабиа, я хочу быть двойным спутником в раю. Спроси о Рабиа, ма бадалак, спроси все, что тебе надо. Говорит, я Расул Аллах, хочу быть твоим соседом в раю. Аллах Аллах. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ман аллимака хаза я Рабиа. Кто тебе это научил? Говорит, я Расул Аллах. Смотрел на этот мир. Я сначала любой, между прочим, и люди. Мы не насыщены. Сейчас я тебе дам 1000. Тебе надо приятно, о, 1000, допустим, 1000 килограмм долларов. Но еще 1000 другой захочешь. Это сын Адама такой. Дай тебе гора золота, 1000, вторая гора нужна.
Говорит, я смотрел на этот мир, я уже весь его хочу. Но весь этот мир без тебя ничего не означает, я Расула. Тогда Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, тогда помоги мне. Не просто так на тебе рай, да? В исламе, или ислам не религия для ленивых людей. Ислам религия работы. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему, помоги мне, о Рабиа, многими саждами, а'инни аля нафсика, бикатрати сужуд, помоги мне многими саждами. И после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ищут Рабиа, где он делает сажда, скучает по пророку. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы пили из его рук. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы эта скука увеличилась. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы тот салават, который мы передаем пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы она дошла до него. Дай Аллах, чтобы она возвращалась на нас. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы жили ради этой сунна, сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дай Аллах, чтобы мы были из тех, кто поднимает эту сунна, кто распространяет эту сунна. Дай Аллах Субханаху ва Тааля вам и мне قبول آمين يا رب العالمين.